Добрый день. Меня зовут Анатолий Максин. Я являюсь официальным представителем эксклюзивного дистрибьютора «Грили Наполеон» в России и странах Евразийского экономического союза. В этом видео я познакомлю вас с уникальной модификацией легендарного газового гриля канадской компании «Наполеон» моделью Prestige 500 Phantom. Он оснащен 4 основными горелками, боковой керамической инфракрасной горелкой увеличенного размера и задней горелкой для вертела. Суммарная мощность гриля составляет 25,7 кВт. Этот гриль, как правило, выбирают уже состоявшиеся грильмены, которые способны реализовать все свои кулинарные возможности, а также люди, которые хотят выделиться за счет неповторимого, модного внешнего вида и впечатляющей функциональности этой модели. Phantom 500 обладает потрясающим дизайном, шелковистым черным матовым покрытием и объединяет в себе все лучшие инженерные традиции компании «Наполеон» и передовые технические решения в области барбекю. Высота гриля с закрытой крышкой составляет 127 см, а его ширина с разложенными столиками – 167 см. Высота рабочей поверхности – 94 см, а высота гриля с открытой крышкой составляет 147 см. Крышка гриля «Phantom» покрыта матовой эмалью, а ее рельефные боковины, выполненные из литого алюминия, придают грилю элегантный внешний вид. У крышки очень удобная эргономичная ручка. Конструкция крышки обеспечивает комфортное открывание и в открытом состоянии экономит пространство за грилем. Термометр EQ-Probe, установленный на крышке гриля, позволяет контролировать температуру в Фаренгейтах и Цельсиях. Для вашего удобства на нем указан диапазон рекомендуемых температур для различных способов приготовления, таких как копчение, запекание или обжарка. На контрольной панели гриля расположены ручки управления с умной подсветкой Safety Glow, при которой ручка включенной горелки всегда будет светиться красным цветом. Такая подсветка позволит видеть издалека, какая именно горелка включена. Ручки управления тактильно приятны, эргономичны и не скользят в руке в процессе регулировки температуры. Для более комфортного управления грилем в темное время суток можно активировать функцию Night Light. В этом случае ручки выключенных горелок будут светиться приятным синим цветом. Эту функцию можно использовать в качестве визуальной напоминалки. Если, например, вы возьмете за правило при открытии вентиля газового баллона всегда включать подсветку ручек управления, а при закрытии вентиля выключать ее, то выключенная подсветка ручек будет означать, что вы перекрыли подачу газа. С левой и правой стороны от очага расположены функциональные столики. Оба столика имеют крючки для удобного размещения кухонных принадлежностей и специальные ниши для различных соусов и специй. В левом боковом столике находится керамическая высокоэффективная инфракрасная горелка Sizzle Zone увеличенного размера с индивидуальной системой электронного поджига. Она уникальна тем, что обладает высокой мощностью и разогревается от 0 до 800 градусов всего за 2 минуты. Источник такой высокой температуры вам пригодится для шоковой обработки пищи, например, для запечатывания стейков, для приготовления гарниров в чугунной посуде или плова в казане, а также при использовании вока для приготовления блюд азиатской кухни. Решетка боковой горелки Sizzle Zone выполнена из литой нержавеющей стали 304 марки. Ее можно использовать в двух положениях, если требуется дополнительная регулировка интенсивности жара. Под столиком с тыльной стороны располагается индивидуальный лоток-жиросборник горелки Sizzle Zone. С правой стороны от очага расположен столик, который всегда пригодится во время готовки на гриле. При желании его можно сложить. Со сложенным столиком габаритная ширина гриля составит 135 см. В таком состоянии гриль займет меньше места, что может быть особенно актуальным при его хранении в ограниченном пространстве. Размер основной рабочей поверхности гриля составляет 71 на 45 сантиметров. Поверхность такого размера позволит разместить, например, 24 котлеты для бургеров. Решетки рабочей поверхности Phantom 500 выполнены из литой немагнитной пищевой нержавеющей стали 304 марки. На одной из сторон решеток есть специальные желобки, где собирается стекающий сок, который впоследствии испаряется и придает дополнительный аромат блюду. А благодаря своей уникальной запатентованной волнистой форме Wave решетки грилей Наполеон предотвращают от падения в очаг продукты маленького размера.
Такие решетки объединили в себе все достоинства двух материалов – чугуна и нержавеющей стали. Они обладают отличной теплоемкостью, обеспечивают равномерную передачу тепла. За ними легко ухаживать и можно мыть в посудомоечной машине. Под решетками гриля находятся испарители, которые изготовлены из нержавеющей стали, имеют V-образную форму и специальные технологические окошки, чтобы было видно, что горелка зажжена. Они защищают горелки от стекающих с продуктов соков и жира, эффективно испаряя их, и тем самым предотвращают возникновение избыточных языков пламени. Испарители в этом гриле расположены на разных уровнях, с определенным уклоном. В проекции сверху между ними очень маленькие зазоры. Такая конструкция образует сложный лабиринт для восходящих потоков горячего воздуха, что приводит к наилучшему прогреву как активных, так и пассивных испарителей. В результате этих факторов гриль системы «Наполеон» обладает превосходными конвекционными характеристиками. Чем меньше зазоры между испарителями, тем большая площадь является источником инфракрасного излучения, воздействующего на рабочую поверхность гриля, и эффективнее испаряются стекающие с продуктов соки. Именно в результате испарения стекающих соков и жира создается тот самый дымок и аромат барбекю, который мы с вами все так полюбили. Благодаря эффективному испарению меньше соков и жира поступает в лоток жиросборный, и вы будете реже чистить свой гриль. Такая конструкция гриль-системы значительно превосходит прочие аналоги и является инновационной в области барбекю. Очаг гриля выполнен из литого алюминия. Его важная особенность – наличие вот такого козырька, который предназначен для дополнительного отражения жара, воздействующего на рабочую поверхность гриля. В очаге расположены 4 основные газовые горелки из нержавеющей стали мощностью 4 кВт каждая. Такой мощности будет достаточно, чтобы обеспечить быстрый набор и удержание температуры на заданном уровне даже зимой. Каждая горелка оснащена индивидуальной системой мгновенного поджига Jetfire, которая срабатывает в момент поворота ручки управления. Jetfire – это очень надежная пьезоэлектрическая система, которая работает без батареек и гарантирует поджиг при каждом включении даже в сильные морозы. На одну горелку приходится 18 см рабочей поверхности, а инновационная гриль-система с испарителями, расположенными на разных уровнях, обеспечивает свободную циркуляцию плотных потоков конвекционного жара и равномерную интенсивность инфракрасного излучения, эффективно воздействующих на всю площадь рабочей поверхности, не оставляя холодных зон. Большой размер рабочей поверхности и экстра высокая крышка при одной включенной на минимум горелке обеспечивают возможность грилю Phantom 500 работать в низком температурном режиме. Используя метод Low and Slow, на этом гриле вы сможете приготовить более широкую палитру сочных блюд, чем на грилях меньшего размера. Над рабочей поверхностью предусмотрена многофункциональная полка второго яруса глубиной 21 см. Она изготовлена из листа пищевой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Содержит специальные конусообразные вырезы и множество отверстий различной формы для удобного размещения продуктов. Такую полку очень удобно использовать, когда приходится готовить сразу несколько блюд, и необходимо сформировать разные температурные зоны. И при этом ее легко убрать, если нужно. Phantom 500 оснащен задней горелкой для вертела мощностью 5,7 кВт. На опциональном электрическом вертеле вы сможете приготовить невероятно сочные и ароматные блюда с румяной корочкой. А экстра-высокая крышка предоставит возможность приготовить на гриле блюда большего размера и использовать объемные насадки для вертела. Если вы обнаружите в своем новом гриле «Наполеон» вот такие следы обжига, не удивляйтесь, это следы тестирований, которые проводятся на заводе-изготовителя с целью контроля высоких стандартов качества. Как и все стационарные газовые грили «Наполеон», Prestige 500 Phantom является гибридным, то есть в нем можно готовить на раскаленных углях, используя вот такой чугунный лоток. При этом процесс розжига углей будет быстрым и комфортным. Для того, чтобы воспользоваться данным лотком, необходимо установить его внутрь гриля, поверх газовых горелок, насыпать в него уголь и при желании добавить щепу для копчения в специальный отсек, если требуется придать блюду особый аромат. Включить горелки, чтобы поджечь уголь, и когда он разожжется, выключить газ.
и вы сможете готовить на газовом гриле, как на угольном, с возможностью использования прямого или косвенного методов приготовления. Основание гриля изготовлено из оцинкованной стали с порошковым покрытием и имеет 4 всепогодных колеса со стопорами для надежной фиксации гриля на выбранном месте. Фасад основания закрыт дверками, за которыми располагаются поддон из нержавеющей стали и лоток со сменным вкладышем для сбора жира. На обеих дверках с внутренней стороны расположены крючки для аксессуаров, чтобы они всегда были под рукой в нужный момент. В свободном пространстве можно разместить дополнительные аксессуары, а установленный здесь же газовый баллон не изменит внешний вид гриля, и ваш Phantom 500 всегда будет выглядеть эстетично. Благодаря своим функциональным возможностям, экстра высокой крышке и широкому диапазону рабочих температур, Phantom 500 позволит воплотить в жизнь огромное количество кулинарных рецептов и поможет реализовать все гастрономические возможности продвинутых поваров. Хочу обратить особое внимание, что качество гриля «Наполеон» серии «Престиж» подтверждается пожизненной гарантией с ограничениями. И этот гриль будет надежно служить не одному поколению вашей семьи. Если у вас остались вопросы по данной модели или другой продукции из линейки «Наполеон», обращайтесь к нашим официальным партнерам в вашем регионе.